Подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я заканчиваю разбор песни «Закат» группы «Ария». Я разобрал вступление, разобрал куплет, припев. Вот. И здесь я хочу вам показать еще одну часть. Но перед этим хочу сказать, что на моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. Итак, то есть там получилось у нас три части: вступление, куплет, припев, но есть еще одна аккордовая схема, которая отличается от предыдущих. Это самые последние четыре строчки. Перед ними играется вот такой небольшой проигрыш по второй струне, хотя я слышал в некоторых вариантах даже по третьей играет. Вы можете выбрать любой. Итак, первый вариант, который звучит на записи. Вторая открытая, вторая на первом, вторая на третьем. И дальше идет легато. Дергаем вторую на первом, ударяем по третьему ладу вторую, отсыпаем и отсыпаем. Вот такой тройной легато. Вторая на первом. Ударили по третьему ладу, отцепили и отцепили с первого лада. И дальше можно сыграть третью открытую. И следующий вариант, когда мы играем по третьей струне. То есть то же самое, только будет сначала третья открытая, потом третья на втором, третья на четвертом, потом третью дергаем на втором, ударяем по четвертому, отсыпаем, продолжаем держать ее на втором и отсыпаем ее со второго. Можно опять ее дернуть, либо сразу перейти на аккорд G, шестая с первой на третьем, пятая на втором. Такой здесь будет ритм. Значит, соль мажор же и вниз, вверх, вниз. Можно сыграть так. Вниз, вниз. Вверх, вверх. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вот один из вариантов.
Еще разок сыграем медленно. Только играем два раза вниз подряд. Точнее, даже не подряд, а вниз. И дальше чередуем. Еще разок. Здесь получается первая строчка. Дальше идет аккорд D, третья с первой на втором, а вторая на третьем. Вот, это на первой строчке получается два аккорда G и D. Когда мы заканчиваем играть аккорд D, мы можем поставить мизинец на первую струну, на третий лад. Дальше опять аккорд G, вторая строчка пошла. Опять D за так. Дальше АМ. Вторая на третьем, четвертая с третьей на четвертом. Открытие серых птичек. И на этом аккорде мы останавливаемся. И просто вниз. Поставили аккорд С и сыграли вниз. И дальше вы можете опять сыграть проигрыш. Что в этой песне получается 4 части. Первая часть вступления, вторая куплет, третья припев и четвертая, ну, можно назвать ее завершающим четверостишием, например, вот, либо вторым припевом. Вот, правда, он исполняется только один раз. Вот. Ну и что касается боя, еще раз хочу повторить, что можно все это играть, например, с остановками. Ничего не пропуская, просто вниз, и когда вы начинаете вверх, здесь ничего не пропускаете, здесь все идет чередуясь, вниз-вверх, штрихи чередуются. Еще разок поиграю вам ритм. Вспомнить еще ритм, который у нас идет в припеве. Как я их называю, их можно вообще просто чередованием, все время чередовать, играть штрихами вниз вверх. Видите, только некоторые штрихи, их надо запоминать на слух, они играются чуть громче, чем все остальные. Раз, раз, видите? Раз, раз, раз. Здесь вот три основных акцента. Вот. Просто их запомнить на слух и все.